Rick Dalton rehearsal tape starting in 5, 4, 3, 2, 1. Что-то меня вдохновляет. Уникальные люди, которые в простых вещах открывают что-то новое. Это что-то новое каждый день. У нас так много талантливых художников, что это завлекает по-своему. Когда открыт к тому, чтобы научиться, и тебе предоставится такая возможность. Научиться здесь есть чему, потому что каждый очень самобытный. Всегда есть кому помочь. Идет взаимообогащение, вот абсолютно равноправный. А здесь как ретрит-центр. Получаешь поддержку. А такая колоссальная поддержка. Ну, просто я такую жизнь не встречала. Вот так всех. И находишь себя, находишь вот ту внутреннюю искренность. И ты вот это все вытягиваешь из себя, и каждый проходит этот путь. Каждый. Такое ощущение, будто мы как один организм с большим количеством рук, ног, но одно целое. И вот это очень ценно. Меня вдохновляет Маринка. Когда она приходит, у меня сразу приходит вдохновение вместе с Маринкой, и я заряжаюсь на эту работу. Мы очень все друг друга любим, очень любим. Это чувствуется, сюда тянет, и мы очень растем. Вот есть благодатная почва для развития, вот это она и есть. Все сейчас здесь, объединенные одним делом, это, наверное, самое классное. Выдает какую-то радость или проблему, мы ее видим со всех сторон, и вот как вот в шар, мы ее обволакиваем и выдаем что-то классное. Все такие открытые, все готовы кто угодно подойти и помочь. Атмосфера дружелюбия, заинтересованности, общности интересов. Люди, которые меня окружают. Тепло душевное, которое они дарят. Творчески талантливые. Глядя на них, я могу расти. Я очень рада, что у меня есть такое чудесное окружение. Это дорогого стоит. Это, конечно, благодаря Сергею с Николаем, которые умеют нас вдохновить и воодушевить, и показывают пример отношений нормальных, человеческих. Я всем благодарна, что мы здесь все вместе. Краска на мне. Эти мазки, будто бы мы картины. Картины мы делаем, и мы являемся картиной. Все друг другу все чувствуют, поддерживают, интересуются жизнью, успехами, неудачами. Поэтому тут семья с горячим коллективом. Мы разом робим велику справу. В данном месте всегда присутствует какой-то свет, тепло, доброта. Я чувствую такую доброжелательность самой среды. Я рада, что я нахожусь здесь. Все они очень открыты, все счастливы, все радостные. Это очень хорошо, когда ты находишься в таком окружении, и это помогает еще больше чего-то там делать, творить. И помогает расти как бы и профессионально, и внутри как бы духовно. Профессия художника – это постоянное волшебство, это постоянная сказка, потому что ты берешь каждый раз в руки совершенно чистый, гладкий холст, смотришь на него и понимаешь, здесь будет сейчас рождаться новая вселенная. И это каждый раз праздник, это каждый раз чудо. Ну, здесь постоянно растешь, здесь никогда ты не стоишь на месте. Это самое интересное и прекрасное вообще в нашей работе. Наши клиенты, когда они пишут, что они рады результатам, когда им нравится картина, когда они говорят, что какой классный сервис, какой классно с нами общались, и мы хотим заказать еще, мы супер довольны. Здесь мы научились ценить искусство. Здесь меня окружает творческая атмосфера, доброжелательность и отзывчивость коллег, ну и, конечно, интересная работа, которая дает мне новый опыт и возможность развиваться профессионально. Приятно выражается очень коротко. Красоты много не бывает. Эта компания об этом. Хорошего дня, брат. Торец – это начало картины, а не ее продолжение. Просто заходите, делайте то, что вы обычно делаете. Мы с вами будем обсуждать море. А вчера же мы уже обсуждали. Мы обсуждали вчера? С Акимом. Да, ну тут ваше взаимодействие с Николаем я сейчас снимаю больше. А тут там пустой холст, ничего? Ну что ж, можем поменять. Ну, ничего, да. Да? Или да? Ты потом глянешь? Я потом выберу. А, ясно. Макс, море? Отлично, да. Нравится. Меня не возьмут в театральный. Да, меня тоже. Смотри, у меня есть еще идея. Короче. Так. Я такой сначала рассказываю. У нас главное в компании – это уважение к любому сотруднику. Каждый человек должен находиться здесь, как будто не на работе, а где-то в том месте, где его всегда поддержат,
и наведут на правильный путь. И в итоге я, короче, пинаю Диму, потом понял, следующая нарезка кадра, я его пинаю. Я говорю, слышь ты, что ты снял? Вот так, понял? И потом такой сижу, вот так вот, понял? А, на самом деле, пока ты это все говорил, я уже снял. И мне кажется, это будет... Это уже будет хороший, типа, как часть ролика. То есть... Особая атмосфера в своем понимании. Работают настоящие люди с большой буквы. Вот с каждым с удовольствием встречаешься, и как одна большая семья. Все друг другу рады. Отлично. Я очень рада, что я попала сюда. Теперь я грустно, короче. Сейчас, подожди. Торец – это начало картины, а не ее продолжение. Если бы не было двух пар нормальных, и не было нашей Людмилы, не было бы ничего. Они сплотили этот коллектив собственноручно, и это самое дорогое. Ну да, прекрасно, когда ты идешь на работу, и ты не боишься встретить свое руководство, не боишься, что они зайдут даже в пятницу. Какие у нас пятницы? Приходите к нам в пятницу. Ну что ж, если будет такая возможность, хорошо. По пятницу у нас бывает очень весело. Поэтому это замечательно, это тоже есть только у нас. Супер. Типа, ну, просто как будто мы общаемся. Да, земки хотя бы какие-то, могу сказать. Залазьте, типа, как-то... А мы же не выжили пацанов. Сверху голову. Голову сверху, да-да-да. Все очень просто. Да, вот, сверху ей голову, подбородок на голову. Вот, обними, будет прекрасно. Вот, все, шикарно. Хорошо, только ровно... О, вот наклоните все вместе, хорошо. Ну, окей. А, ничто так не вдохновляет, как преддверие пятницы после двух. Супер. Это все, хорошо. Еще одно пожелание, можно поговорить? Ура! Всех с Новым годом! Rockin' around, Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.